Вот так цветет фицефалия. Родиной этой фицефалии, которую еще называют тыквой фигалисной, является центральная Мексика. Там она как многолетняя лиана, у нас вот сезон только. Где-то плети до 10 метров, как вот видите, зелененькие, похожи на фиговое дерево или на инжир. Длинная. Фицефалия способна заплести большие площади, как у нас вот под садом. Я потом покажу, как вертикально, так и горизонтально. Сегодня я вас познакомлю с выращенным новым для себя. Никогда не выращивала. Это прислали мне семена с Эстонии. Еленочка, спасибо тебе большое. Я сейчас покажу лагинарию. Вот она. Вот такой вот плод. Похож на арбуз. Но это не арбуз. Вот такая, такие плети. Вот наверху, смотрите, наверху растет на заборе. Вот он, плод. Красавец. Здесь он по забору вьется. Потом покажу еще в другом месте, как он у меня висит возле яблоньки. И вот, смотрите, плети тянутся вот вдоль забора дальше. Около 10 метров это лагинария. Это лагинария фицефалия. Фигалисная тыква, как ее правильно называют. Вот смотрите, как где у нас она растет. Вот как видите, плод висит на дереве. Он обвил спокойно. Плод этот и висит. И вот он полностью сплошным покрыл под яблоней. Яблок у нас в этом году нет, не плодоносит. Вот пустая яблоня. Вот видите, какие огромные листы. И сплошным ковром она застилает. Поэтому я говорю, что она тянется где-то около до 10 метров. Вот видите, соседская слива. И вот они, побеги прямо туда на сливу. И вверх вон потянулись. Это даже больше, чем 10 метров будет. Чем эта лагинария хороша? Видите, она застилает все. Не дает сорнякам пролезть через ее чаще, через эти. Поэтому очень выгодно, если кто не делает никаких посадок под яблоней, ковром полностью покрыто. Плоды у нас не только вот висят, и там я показывала на заборе, ну и лежат, вот они, плод. Сейчас найдем такой плод. Здесь вот один лежит, второй вот плод лежит. Сейчас я сорву, и мы посмотрим, что там внутри. Вот какой нам выбрать, из этих или из этих. Ну вот, смотрите, какой я сорвала. Ну, здесь килограмма, ну, 3,5-4 это будет точно. Ну, то, что он еще не созревший, это понятно. Как видите, оторвала. Он еще свежий такой. Им, наверное, еще нужно было висеть или лежать на земле. Для интереса нам, конечно, нужно попробовать, что это за плод, потому что я его первый раз выращиваю. Даже и не знала, что это такой интересный плод. Он хранится 2-3 года. Вот поэтому можно выращивать, положить, храниться. Только вот еще надо в интернете почитать, где его хранить и как хранить. Вот. Поэтому для меня еще информации как бы мало, потому что первый раз. Ну что, плод похож по краске на арбуз, как вот вы видите, но не сладкий, как пишется в интернете. Сейчас будем разрезать. Будем вот так вот разрежем пополам, чтобы видеть нам, что это за плод. Режется он легко, потому что он не созревший еще, как видите. Вот когда созревший, вот я смотрела в интернете, он когда созревший, его прямо нож в кожу не воткнуть. А здесь пока, видите, не созревший. Вот, вот видите, какая белоснежная прям мякоть. Вот она. Вот эта лагинария фицефалия, она полностью съедобна. Вот, полностью мякоть съедобна. Даже семечки, но это семечки не созревшие, они должны быть черные семечки. Вот, потому что мы вот сорвали сегодня 21 августа. Видите, еще он ему зреть и зреть еще. Вот они, семечки, они еще не созревшие. Но мякоть очень красивая, такая сочная. Сейчас попробую на вкус и скажу вам. Как, что это за мякоть? Вы знаете, мякоть приятная. И вот я даже не могу с чем вот сравнить вам, честно.
дыня, что-то похожее такое. Но очень хорошо, вот эту мякоть, хорошо в салатах. С морковочкой, капустой, с огурцом. Сейчас вот с помидоркой, самый сезон, что очень вкусно. Вот эта мякоть нежная. Не зря ее говорят, что нужно обязательно его в сыром виде кушать, вот эту лагинарию. Я сейчас расскажу именно, что я вычитала в интернете и какие отзывы об этой вот лагинарии. Плод и семечки должны быть черные, вот эти, когда они созреют, потому что в них много витаминов В. И все эти семечки, они съедобные. Они хорошо помогают при артрите, волчанке, ожогах, псориазе, ревматизм хорошо и заживляет хорошо раны. Заболевания кожи, кто страдает зудом особенно. Вот, и очень хорошо при ожирении. Поэтому для полных, как вот я, это самое то, что нужно вот это вот кушать обязательно. Из этих плодов можно готовить, я почитала в интернете, очень много блюд. Это китайское любимое блюдо, у них все, возможно, много блюд. Но мы в нашей кухне русской, конечно, будем кушать сейчас в данный момент с огурцом, помидоркой, морковь, капусточка. Вот, так что вот такой вот интересный плод. Вот это я внутренности попробовала. Сейчас я попробую вот сбоку, что у нас, какой вкус будет. Да, похоже, как бы недозрелая дыня. Ну, вот такой вот интересный плод. Вот, так что его можно весь кушать, как там заявлено, что можно кушать и мякоть, и семечки, когда вызреет. Когда вызреет этот такой плод, осенью я обязательно сниму видео и покажу уже с черными семечками. Ну, вот пока вот летом у нас вот такой вот интересный плод.